Копорская крепость передана Комитету по культуре и музейному агентству Ленинградской области. Соглашение с Росимуществом предполагает бессрочное пользование историческим объектом. Включение крепости в собственность 47-го региона займет 3 месяца. 10 миллионов рублей выделены на проектные работы. Помимо этого, до конца года из резервного фонда губернатора выделят средства на расчистку копория от деревьев и кустарников, которые разрушают культурный слой. Посторонним ограничат вход в крепость, закрыв провалы и проемы. В безопасных местах организуют смотровые площадки. Начиная с 2016 года в бюджет Ленинградской области будем включать суммы, необходимые для поэтапного реставрации крепости. Первый этап реставрации – это входные ворота, входные башни, смотровые башни и правое прясло. Последующие годы – это восстановление остальных крепостных стен и прясел. Крепость в течение 5-7 лет приведем в порядок. У нас есть опыт старой Лайдбеги. Если кто-то был, вы видели, в каком состоянии она сегодня находится.